Всем привет, снова Майпи, в этом видео я вам покажу 100 секретов пасхалок, которые добавят в новое обновление 4.1.0 в Чикенгане. Поставь лайк, подпишись, если ты хочешь бесконечность монет в Чикенгане, но мы начинаем. Нам 100% добавят какой-то миф. Скорее всего, это будет призрачный капитан, потому что многие его считают самым лучшим мифом в Чикенгане. И разработчик, скорее всего, это заметит и добавит его. Он будет призываться примерно как мясная курица. То есть надо будет поставить время 3 часа ночи или какое-нибудь другое. И пойти на карту Пират Исланд. Там зайти в какой-то угол корабля. И тогда он заспавнится. Он появится в центре корабля. А вокруг появится зеленый туман, который будет наносить нам урон. А потом призрачный капитан исчезнет. Где-то спустя 5 секунд после появления. И после того, как он исчезнет, мы получим скина призрачного капитана себе в магазин. Скина призрачного капитана у нас появится в скинах на курицу. И стоить он будет где-то 300 монет. Также в оружиях у нас появится крюк капитана. Он будет самым сильным ближним оружием. И стоить будет где-то 600 монет. И тогда мы сможем полностью делать скин призрачного капитана в Чикенгане. Напиши в комментариях, а ты бы хотел, чтобы добавили призрачного капитана в Чикенгане? Лично я бы очень хотел. Кстати, вы заметили то, что в последнее время очень часто меняются иконки Чикенгана? Это значит, что в новом обновлении нам, скорее всего, тоже добавят новую иконку. И у меня есть пару предположений, как она будет выглядеть. Скорее всего, на иконку поставят того же самого призрачного капитана. Ну, как минимум, я бы хотел, чтобы так было. И если добавят призрачного капитана, то новое обновление будет в призрачном стиле. Поэтому, скорее всего, добавят разноцветных призраков. Ведь у нас уже есть один призрак. Вот какие цвета призраков нам добавят. Красный призрак, желтый призрак и зеленый призрак. Мы их не будем собирать по картам, потому что последнее время мы знаем, что разработчик нам так не делает. Если обновление будет в призрачном стиле, то нам добавят какую-то жуткую карту. И она, скорее всего, будет большая, как вот эти вот две новые карты. Кстати, а вы бы хотели, чтобы новое обновление было бы в призрачной тематике? Напишите в комментариях. Лично я бы очень хотел. Новое оружие, скорее всего, тоже добавят. Я очень долго искал, какое оружие нам могут добавить. И нашел вот такое вот. Оно довольно сильно подходит под стиль Чикенгана. И довольно сильно подходит под стиль нового обновления, то есть призрачный. И скорее всего нам добавят вторую вариацию этого оружия. То есть двойное такое оружие. Потому что у нас уже так делали с вот такими вот красными оружиями. Уже половина фактов прошло, ты так и не подписался на мой канал. Поэтому подписывайся. В новом обновлении нам добавят вот такой вот новый скин. Это скин на бобра. А на самом деле, когда на него смотришь, то тоже становится как-то жутко, и поэтому я считаю, что он подходит под призрачную тематику. Если ты считаешь как-то по-другому, то напиши в комментариях. Блин, ну остальные секреты я придумать не смог, поэтому напишите их в комментариях. Тыкайте на видео, которое вызову вас на экране.